Добрый день, меня зовут Светлана. Я проходила обучение в образовательном центре «Лидер» по курсу визажа в город Брест. Почему пришла? Вообще, это было всегда моей мечтой заветной. Сейчас работаю в бьюти-сфере, я продавец косметики. Хотелось обучиться как для себя, так и, конечно же, красить людей и в своем магазине, и, если получится, конечно, и в последующем. Что понравилось? Было очень много ярких впечатлений. Все, что я хотела, я получила от курсов. Научилась красить себя, что-то узнала, хотя какие-то нюансы у меня уже были в основе, но получила знания еще больше, как для себя, так и для своей работы. Было очень интересно проходить основу, разные макияжи. Очень понравился педагог, очень все доходчиво мне объясняла, и с ее помощью я добивалась совершенства в макияже. Так что рекомендую пройти всем. Это в любом случае будет плюс, как для себя, так и для расширения кругозора. Также больше всего мне понравилась часть арт-макияжа. Как казалось, это было очень сложно, но выполнив его, получила очень много эмоций, и теперь я понимаю, что хочется творить именно эту часть еще больше и больше. С моим педагогом Еленой я узнала многое про именно контурирование лица. Эта часть макияжа мне была всегда очень интересна, но профессионально я сама это не затрагивала. Я узнала правильно, как корректировать овальную форму лица, треугольную, ромбовидную, грушевидную, ну и так далее. Это было очень интересно для меня. Почему именно в «Лидере»? Это была моя мечта. Во-первых, мне нравится название. Я такой человек, который ведется, называется, как корабль назовешь, так и поплывешь. Поэтому мне всегда притягивало это название, и мечтой было обучиться именно тут. И я не пожалела, потому что все, что я хотела, я тут получила. Так что советую всем начинающим, либо кто уже проходил курсы макияжа, пройти обучение тут. Спасибо «Лидеру» за предоставленную возможность обучиться на курсах макияжа. Всем спасибо!